Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy M31. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить проверку номера IMEI и серийного номера. Итак, вначале нужно открыть приложение телефон и вписать звездочка, решетка, 06 и внимание. Нажимаете на решетку, и у вас вылезет окошко с надписью IMEI номер 1. Вот он, IMEI номер 2. И серийный номер устройства. Вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока.